Турция запускает серийное производство разведывательно-ударных беспилотников Akinji. Об этом заявил технический директор компании Baykar Technologies Selçuk Bayraktar. По его словам, беспилотник прошел необходимые испытания и готов к серийному производству. Массовое производство нового беспилотника начнется уже в ближайшее время. А на вооружение турецкой армии ударный дрон поступит до конца 2021 года. Akinji относится к новому классу тяжелых беспилотников. Размах крыла Bayraktar Akinji составляет 20 метров. Длина беспилотника 12,2 метра. Высота 4,1 метра. Заявленная рабочая высота полета составляет 9150 метров, практически потолок 12200 метров, а время нахождения в воздухе 24 часа. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать. Максимальная скорость 360 км в час, а крейсерская, при которой соблюдается баланс энергии и скорости, 240 км в час. Беспилотник оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой, 6 компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и 6 точками подвески вооружения общей массой 1350 килограммов.